Всех приветствую. Меня зовут Алексей Кузнецов. Время 13 часов. Это время обзора. Мне вот написали, что вроде как будто бы нет картинки. Поставьте, пожалуйста, плюсы, у кого все нормально со звуком и с видео, чтобы я понимал, это у человека у одного картинки нет или нет у всех. Будьте добры. Звук, видео, все в порядке. Потому что бывают такие проблемы, и чтобы просто мне понапрасну не говорить, а вы просто не слушали бы звук отдельно. Ага. Все хорошо, да? Ясно. Спасибо вам огромное, что отозвались. В общем, у кого проблемы, пожалуйста, перезагрузите страницу. Ctrl F5. Я думаю, тогда все будет нормально. Ну, в общем-то, у меня достаточно редко бывают проблемы с трансляцией, хотя говорят, что бывают все-таки. Хочу напомнить, что сегодняшний день – это день ожидания, потому что сегодня вечером в 21:00 и 21:30 выходит протокол Федерального комитета по операциям на открытом рынке Соединенных Штатов, который является итоговым протоколом, говорящим о ситуации в экономике Соединенных Штатов, и сводным, так сказать, документом, согласно которому принимается решение, ну, в какой-то мере, скажем, который влияет на решение Федерального резерва об изменении процентных ставок или оставлении их на прежнем уровне. Как вы помните, Джанет Йеллен в начале года заявила о том, что процентные ставки собираются в 2016 году повышать, но о том, что будет это делаться крайне осторожно, крайне не спеша и с постоянной оглядкой на изменение текущей ситуации в экономике. И вот, так сказать, этот протокол может явиться, скажем, своего рода намеком на то, что ставки могут быть либо изменены, либо, по крайней мере, могут быть изменены не на этом заседании, а на следующем. И видно сейчас на рынке очень совершенно четкое ожидание того, что фактически торговля проводится очень вяло, и, в общем-то, абсолютное большинство участников сейчас находится в ожидании вот этих событий. События вечерние, у нас еще целый день впереди фактически, и я так думаю, что торговля сегодня в течение дня будет не самой интересной, скорее всего, а к вечеру наверняка как бы, не самой правильной, по той причине, что, как правило, эти события вызывают огромную просто волатильность, тем более информация крайне важная для всех участников рынка. Видно, что в последнее время драйверов каких-то движений не было, и поэтому рынки так вот болтались безвольно, по сути дела, и не было, скажем, образовано, скажем, таких каких-то явных, ясных структур. Просто была раскачка рынков, и это по многим валютным парам видно, а вот в этой раскачке что-то ловить очень и очень сложно. Несмотря на то, что, да, действительно, срабатывали какие-то торговые ситуации, но вот это ожидание, оно вот прям вот четко совершенно чувствуется. Вот. И, в общем-то, сегодня мы как раз являемся свидетелями уже самой последней, так сказать, финишной дистанции перед данными новостями, и рынки, попросту говоря, вообще встали как вкопанные, по сути дела. Поэтому сейчас показываю график, так, проблема с Казанью. Ну, может быть. Не только с Казанью, Владимир, проблемы тут были у многих. Это связано с заменой технического оснащения, и поэтому такие проблемы могут быть. Ну, как бы я надеюсь на то, что у нас с вами проблем не будет, и наше вещание пройдет гладко. Поэтому давайте я переключусь на сам график и будем рассматривать, что сейчас у нас происходит и что нам, в принципе, можно ждать от ценовых графиков сегодня. Вот, смотрите, еврофранк. Зона консолидации, внутри нее возникла еще более узкая зона консолидации. Вчера вот я рисовал треугольник на часе, и он также просматривается в 30-минутном формате. Но вот мы видим, что до сих пор цена пока ни из треугольника не вышла, ни профит не сработал, ни стоп-лосс не сработал. Все находимся внутри. Но вот вчера здесь, вот, и вот на этой свече я вчера закрыл позиции, вот, в 18 часов по той причине, что, ну, как бы в терминале 17, у нас по Москве 18. Дело в том, что вот уже и так достаточно долго
цена болталась на одном месте, очень как бы вот сразу раз и не пошла, и что-то вот держало. Я уж тут думал, может быть, даже стоп-лосс будет, но в итоге цена ушла вниз. И смотрите, сильная свеча, дальше разворотная свеча, еще одна разворотная свеча. И видите, стали длинные тени вверх стали выпускать. Вот две разворотных свечи подряд с большими верхними тенями как раз и говорят о том, что, скорее всего, все движение уже закончилось. Тем более был вечер. Ну, в общем, я принял решение закрыть здесь позицию в очень небольшом плюсе. И, в общем-то, как показала практика, правильно сделал, потому что, ну вот, видите, тут ничего до сих пор не произошло. Ни плюса, ни минуса, ничего пока. Ну, я так думаю, что просто вот этот треугольник, я его даже уберу, он трансформировался в боковой диапазон. Вот, этот боковой диапазон совершенно четко здесь обозначен. Вот он, этот боковой диапазон. Видите, внутри одного боковика еще один боковик. Я уж не знаю, внутри этого боковика еще один, что ли, будет, или как тут. Ну, сказать трудно. Сейчас я уж так это просто ворчу. Ну, просто на самом деле, честно говоря, надоело вот это вот все стояние бесконечное. Я даже не знаю, ни вам что сказать, ни самому торговать пока не знаю куда. Потому что, ну вот, уже... Ну, что-то хочется сделать, на самом деле хочется, но вот, ну правда, нету ситуации никаких. Ну, куда здесь входить? Вот, дорогие, ну, некуда входить пока. Поэтому вот здесь, я так полагаю, что просто, ну, надо чем-то отвлечь себя другим, если уж как бы совсем заняться нечем, и подождать, когда дым рассеется. А дым все рассеется, я думаю, сегодня уже вечером. По крайней мере, дыму нагонит вначале, а уже, думаю, к ночи он рассеется, и завтра будет понятно, по крайней мере, что будет с рынками в ближайшее время. То есть растения будут падать или чего там дальше будет происходить. В любом случае, в данной паре сейчас нет абсолютно никаких даже намеков на возникновение торговых сигналов. Евро-доллар. Очень похожая ситуация. После вот этого большого выстрела, конечно, просится восходящее движение. Ну, очень просится. Но мы видим, что рынки тоже попросту застряли. Видите, в серую зону пока цена еще не вошла. Хотя, прям, видите, очень прям близко, вот прям, ну, очень близко к этой зоне. Прям вот тут чуть-чуть не достал, тут чуть-чуть не достал. Ну, почти. Поэтому, ну, условно говоря, можно считать даже, что достало уже, потому что, ну, тут буквально разница там в какой-то там, в там, один пункт, в полтора пункта, можно считать, что не считается. Хотя всегда это вызывает определенные подозрения. Когда вот чуть-чуть до чего-то, докуда-то не доходит, это всегда наводит на мысли. И вот эти мысли, они как раз говорят о том, что, возможно, туда еще кратковременно, возможно, цена исходит. А может быть, даже не кратковременно. Поэтому пока сейчас... Видите, в 4-часовом формате цена находится над тремя линиями аллигатора и над уровнем поддержки. Ну, торговать вниз однозначно нельзя. Вот. Вверх торговать можно, опять же, только после пробития вот этой линии сопротивления. Потому что некий такой треугольник обозначился. Вчера спрашивали как раз, можно ли торговать вниз. Я сказал, что нельзя торговать против такой динамики. Она еще не затухла, данная динамика. Но... Вместе с тем, сейчас пока никуда торговых сигналов нет, и я так думаю, что в самые ближайшие часы и не будет. Доллар, швейцарский франк. В дневном формате мы с вами говорили о том, что, видите, треугольник, цена в нем долго-долго висела, потом в итоге после раскачки вышла вниз, сейчас корректируется, и как бы есть вероятность все-таки движения к уровню 0.9742. Вот. Но... Как она будет реализована и будет ли, тоже сказать трудно. Потому что здесь мы видим тоже, я так надеялся вчера, что возникнет перевернутый горизонтальный флаг. Вот древко, первая точка, вторая, третья, четвертая, думаю, выйдет на пятый. Нет ничего подобного. Цена на пятой точке не вышла, опять тестирует эту же самую вершинку. И что здесь будет сейчас? Треугольничек какой-то маленький или еще что-то? Или цена просто выйдет, протестирует в линию сопротивления? Ну, не знаю, сказать сейчас пока очень сложно. Я думаю, что тоже в самое ближайшее время сигналов тут тоже никаких не будет. И, в общем-то, видно, что в часовом формате тоже, видите, идет просто боковик. А боковик, ну, он и в Африке боковик. Тут торговать нечего и искать-то тоже нечего. Единственное, кто продолжает отваливаться вниз против как бы, американского доллара, активнее всех, это британский фунт. Он сначала...
резко рос, потом стал резко отваливаться. Ну, в общем-то, это и понятно, потому что по британскому фунту мы видим, как ни по какой другой валютной паре в последнее время, последние месяцы наблюдалась очень жесткая нисходящая динамика, прям очень жесткая. И недельная очень сильная динамика. И ожидать какого-то разворота в данной паре, ну, это глупо, попросту говоря. Даже несмотря на пробитие линии сопротивления. Просто инерция настолько высока, что каждый раз вот это движение, оно воспринимается пока еще всеми участниками рынка просто как коррекционное. И люди стараются зайти от коррекции опять на новый импульс. Хотя видно, опять же, в днях уже торможение нисходящего движения, и вот эта дивергенция, она всему свидетель. Несмотря на то, что в 4-часовом формате возникла дивергенция, да, вот видите, цена ударилась в ценовой разрыв, от него отскочила вниз, и, смотрите, очень жестко пошла вниз. Тоже совершенно четко, без коррекции, без каких бы то ни было даже намеков. Одни черные свечи. И в этом контексте, конечно, я вчера даже предполагал, что коррекция какая-то назрела. Но ничего подобного, ведь никакой коррекции не было. Вот, цена провалилась дальше вниз. И вот тот уровень, который я наметил, да, это уровень 1.40-43, практически уже ценой достигнут. Там осталось буквально там 50 пунктов до него. Ну, после того, что цена пролетела вниз уже 320 пунктов, 50 пунктов – это сущая мелочь. Вот. В любом случае, знаете, что я хочу сказать здесь еще? Вот если вы все-таки кто-то из вас стоял в этой позиции, да, уровня 1.40-43, по большому счету, можно и не дожидаться. Потому что здесь есть, видите, вот важный уровень, вот этого донышка. Вот он практически уже достигнут. Тут есть, в общем-то, достаточно уровней, на которых движение может тормознуться. И, кроме всего прочего, мы видим, что дивергенция на мелких форматах, она тоже присутствует. Хотя до сих пор цена идет вниз. Но если вы стоите, я думаю, что в любом случае стоит, чтобы закрывать, по крайней мере, позиции, дождаться пробития вот этой 30-минутной линии сопротивления. Если она до сих пор не будет пробита, она, видите, до сих пор не пробита, и цена снова уйдет вниз, ну, как бы и слава богу, да, продолжаем стоять до уровня 1.40-43 или до уровня 1.40-60. Вот. А сейчас мы видим уровень 1.41 пока цену держит, но и пробития линии сопротивления тоже нет. То есть, как бы выходить, ну, так чисто, если кто-то вот сверху стоит, уже, в общем-то, я не думаю, что уже тут разница будет принципиальная. Тем более, тут, видите, перед новостями все равно все стоит. И чтобы, как говорится, не гневить Бога, возможно, так сказать, в такой предновостной день лучше и выйти из позиции. Но вот однозначным основанием для выхода из позиции будет пробитие в 30-минутном формате вот этой вот линии сопротивления. Сейчас пока не пробито, то есть, ну, можно еще, строго говоря, постоять. Вот. Ну, вот как бы вот так вот входить после таких сильных движений на обратку, вот такое бывает очень редко, когда вот так там двигается, и после такого резкой оттяжки рухнули просто вниз. Ну, вот как бы тут вот, видите, были масса дивергенций, час не реализованы, попытка опять вверх. Дивергенции не было в часе, зато на этом фоне возникла дивергенция в 4-часовике. И вот так, собственно, все и отвалилось. По всей видимости, из-за этого. Сейчас уровни Фибоначчи здесь уберу, потому что они сейчас больше уже здесь не нужны. И, может быть, раскину уровни Фибоначчи вот от этой волны вверх. Посмотрим, на каком уровне мы сейчас находимся. Цена сейчас находится между уровнем как раз 50% и 61,8%. Я так полагаю, что 1.40-60 опять же может вполне быть достигнут. То есть тут еще, в общем, пунктов 40 вполне может провалиться еще цена вниз. Доллар, японская иена. Ну, к сожалению, здесь тоже ловить нечего. Уже достаточно давно я говорю, что здесь, вот несколько дней уже говорю, что здесь ловить нечего, потому что идет просто тупой боковик. Диапазон, как видите, сжимается, чуть-чуть пошире был, сейчас уже. Конечно, возможно, перед каким-то рывком. Но вот чисто текущая вот ситуация не дает никаких поводов торговли вообще.
Увы и ах, но вот хочется, конечно, да, но ничего здесь нет. Сказать, что здесь треугольник маленький, ну, как-то не совсем, знаете почему? Потому что вот уровень, вот этот вот уровень, вот эта точка чуть-чуть повыше, чем вот эта. Вот если вот так вот толстой линии провести, то есть как будто бы незаметно, ну, допустим, пренебрежем мы вот этим небольшим недолетом, и вот у нас есть такой раз, два, три, четыре точки, и вот на пятый куда-то должен вылететь. Куда? Если вверх, то большой треугольник отменяется, если вниз, то, собственно говоря, скорее всего, цена пойдет, ну, к нижней, к уровню. Вот как раз, видите, цель по треугольнику и уровень, они совпадают. Значит, тогда торговать, ну, будет более адекватно, будем так говорить. А пока вот, ну, ни о чем просто. Австралийский доллар. Видите, за предыдущие дни он после роста ушел вниз на фоне двух дивергенций, как бы особенно одна вот такая явно, вот эта вершинка и вот эта вершинка, вот основные дивергенции здесь. Цена уперлась, смотрите, в линию поддержки и никак не может ее пробить. Кроме того, обратите внимание, в 4-часовом формате возникло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 свечей на данный момент, ну 6 уже точно закрывшихся, которые стоят на одном уровне и никуда, как бы уровень, линия этот, да, и никуда не проходит. Я предполагал, что может возникнуть коррекция вчера и после этого продолжение движения вниз. Но видите, этого не произошло. Цена просто ушла в бок и пока что вот тоже здесь ничего. В общем и целом в данной паре сохраняется возможность движения к уровню 0.7380 вот сюда вот. Потому что здесь уровень поддержки достаточно сильный. Вот. Но вот опять же после пробития только вот этой вот малой зоны консолидации часового формата. Видите, зона консолидации возникла. Если цена пробьет ее вниз, то скорее всего вот мы увидим движение к уровню 1.7380. Ну, по крайней мере, к уровню 1.74 это точно. И тут уже надо будет смотреть, что дальше. Потому что сегодняшний новостной вечер такой сильный. Очень желательно, конечно, перед данными новостями, если вы торгуете, конечно, внутри дня, быть вне рынка. Во-первых, это вечер, а во-вторых, новости очень такие, скажем так, очень значимые для рынков и не исключена вероятность высокой волатильности. Ну, то есть вот по этой зоне консолидации смотрим. В общем и целом, конечно, сохраняется вероятность движения вниз по данной паре. Но, опять же, это движение вниз может быть просто коррекционным, потому что, видите, движение вверх пока еще никаких дивергенций в себе не несет. И значит, предположительно, что здесь вот это движение вниз просто немножко, скажем, продлит вот этот холмик, и потом будет какая-то новая волна восходящего движения. Посмотрим. Очень сильная динамика, и поэтому, ожидая здесь такого просто разворота, тоже вот, ну, не совсем, наверное, и правильно. Пока это затухание еще здесь не сформировано. То есть пока мощный выброс, некоторые коррекции, либо от, как бы от текущей точки вверх сразу цена пойдет, либо еще немножко откорректируется вот до этого значимого уровня, и потом от него уже отстрелить дальше вверх. Ну, скорее всего. Новозеландский доллар. Этот вообще стоит в боковике. Час это показывает, что он в боковике. В 4-часовом формате все застрял. Видите, диапазон просто раскачки увеличивается. В дневном формате вообще тут ловить нечего. Видите, недельный формат – боковик. Дневной формат – более мелкий боковик. Часовой формат – совсем мелкий боковик. Но что здесь ловить? Ловить, попросту говоря, здесь нечего. Вот сильная волна, коррекции. Цена ушла вниз, конечно. Но мы видим, что в общем и целом из общего боковика она никуда не делась. Поэтому куда здесь торговать и какие тут цели ставить, мне вот непонятно. Так пытаться что-то на 5 минутах поймать, конечно, можно. Не спорю с этим. Но когда мы торгуем хотя бы на часовых форматах там внутри дня, такие движения, конечно, брать в расчет и куда какие-то цели тут получать просто нельзя. Доллар, канадский доллар. Мы вчера говорили о том, что был пробит канал нисходящий вверх, верхняя граница канала была пробита. Ну, так, видите, одна свеча сильно отстрелила. Я сказал, что может быть коррекция, от которой можно будет поискать покупку. Но мы пока видим, что коррекция была
она была действительно, как я прогнозировал, но она оказалась достаточно слабой пока. И мы видим, что ниже уровня 1.3350 цена никуда не пошла вниз. И вот сейчас пока тоже образовал такую зону консолидации, из которой как-то ожидать движения куда-то. Ну, предположительно все-таки, что раз цена находится на линии поддержки более крупного недельного формата, раз пробит канал, нисходящий вверх, в четырехчасовом формате, два. Вот, видите, сколько свечей уже цена, по сути дела, стоит. И, конечно, самым надежным в плане разворота будет пробитие уровня 1.3435 вверх. Тогда, да, мы скажем, что цена развернулась. А пока здесь, я думаю, тоже мы видим ожидания. Тут тоже, видите, все осцилляторы показывают, что, по идее, должен быть какой-то разворот вверх. Но отчетливых сигналов на разворот здесь тоже пока нет. Ну, вот то же самое, тоже ожидание, видите, немножко попытался вверх вырасти и опять застрял. Если будет пробит вот этот уровень, то уже, конечно, будем двигаться вверх. Если не будет пробит, может быть продолжение нисходящего движения. Нефть марки Brent, как я и ожидал, пошла на коррекцию. Но, видите, очень-очень слабенько тоже. То есть пока вот такое движение очень дохленькое. И от уровня 40,7 долларов за 1 баррель марки Brent цена ушла не сильно. Потому что всего лишь там на 1 доллар подешевела нефть, но, скажем так, это не так, чтобы и много. В рамках того, сколько она обычно проходит и чего здесь раньше было, это, в общем-то, практически ни о чем. То есть можно, условно говоря, считать, что тоже нефть стоит на месте, опять же, в ожиданиях решения Федерального резерва. Золото. Мы говорили о том, что золото находится на верхней границе, то есть на линии сопротивления месячного формата. Это сильная очень линия. В недельном формате видно, что, скажем, в этом районе возникло торможение ценового движения. В дневном видно, что вот после вот резкого такого экспоненциального роста, вот дальнейший рост уже был связан с большим сопротивлением. И сейчас мы видим, что цена начинает отваливаться вниз. Уже вот если построить канал восходящий, цена уже практически, можно считать, что пробила канал вниз. Значит, мы можем предположить, что золото может оказаться в ближайшее самое время, в ближайшие дни на уровне 1196.48. В общем-то, возможность коррекционного движения здесь вполне вероятна. Вот. Но я всегда повторяю, что я не специалист по золоту. Я не даю вообще прямых рекомендаций, а по золоту и подавно. Я просто, вот, ну, как бы с точки зрения теханализа и своих подходов стараюсь еще хоть что-то увидеть еще и на золоте. Поэтому, если кто-то из вас специалист или кто-то там привык к динамике данной пары доллара к золоту, то, ну, в общем-то, как говорится, флаг в руки. Но я эту динамику слишком такую резкую, рывковую не люблю, и поэтому я на золоте не торгую. Ну, кроме того, на золоте спреды высокие. Мне это тоже не очень нравится. Вот. Вот, ну, я вижу, по крайней мере, потенциал движения вниз. К уровню 1198. Рубль немножко ослабевает, но это ослабление рубля крайне незначительное. То есть, ну, в общем, до этого он хорошо укреплялся. Я сказал, что здесь есть прекрасная возможность менять рубли на доллары, если у кого-то таковые есть, и либо просто создавать долларовые депозиты, например, в Альпари. Это тоже очень выгодно. В любом случае, ваши деньги будут номинированы в долларах, и поскольку это самая стабильная валюта на данный момент, несмотря на все вот эти вот как бы волатильность, ожидания и так далее, но по отношению к рублю все равно она намного более стабильна. И я так думаю, что вот эти укрепления рубля ниже 70, там, извиняюсь, ниже 70 будет сопряжено с огромным сопротивлением, в том числе с сопротивлением мегарегулятора российского. И из-за этого едва ли будет рубль дальше укрепляться
Вот поэтому это очень выгодная точка для входа в доллары. И, скорее всего, будет отскок вверх, значит, по российскому рублю. То есть мы увидим, что пара доллар-рубль может отскочить вверх, а значит рубль ослабеть, ну хотя бы к уровню 74-75 рублей за 1 американский доллар. Вот куда-то в этот район может отскочить. Вполне. Вот. По евро-рублю такая же ситуация, то есть тоже здесь только видна больше стагнация, такая же точно, в общем-то, и возможность движения хотя бы к уровню 81 рубль за 1 евро. То есть куда-то в этот район вполне цена может отскочить. Но это на ближайшее время. А так вот многое будет зависеть от массы там всяких факторов, которые сейчас пока учесть на данный момент времени невозможно. Вот, в общем и целом, такая информация. Я так вижу сегодня рынки. Я практически сейчас не вижу никаких поводов для торговли. Ну, если даже не сказать, что не вижу их совсем. Ну, поэтому сегодняшний день просто рекомендую искренне вам сделать выходным днем от торговли. Потому что сегодня торговля будет либо неинтересная, либо опасная. Считайте, как в праздничный день. А завтра в 13 часов мы снова с вами увидимся для того, чтобы посмотреть, как на фоне сегодняшних вечерних решений Федерального резерва повели себя рынки и какие направления были заданы. И завтра уже будем, собственно говоря, в новой информации купаться и сообразим, что нам делать дальше. Хорошо? Вот. Переключаюсь на себя. Улыбаюсь вам в камеру, потому что настроение нужно держать всегда хорошее, позитивное. Желаю всем хорошего настроения прежде всего. Насчет торговли я сегодня очень сомневаюсь, что сегодня вообще торговля хоть какая-то будет. Ну вот, может быть, кто-то на 5 минутах торгует, там что-то можно выловить. Но у нас с вами нет задачи торговать на 5-минутных графиках. А на более крупных сейчас просто ничего нет. Вот, через полчаса начнется мастер-класс. Ну, на него уже те, кто записан, они знают. А те, кто не записан, могут записаться на следующие мастер-классы, которые будут через 2 недели. И со всеми остальными я прощаюсь до завтрашнего дня. И сегодня вечером будет, значит, цикл семинаров для более опытных трейдеров. Мы поговорим о разворотных торговых идеях, которые каждый из вас сможет проверить и превратить в торговую систему. И на этом зарабатывать, естественно. Так что приглашаю в 18:30 всех вечером на курс под названием «Цикл семинаров для опытных трейдеров». Вот он такой, как бы, не очень такое название-то. По сути дела, безликое, но за этим скрывается именно курс для тех, кто имеет представление о том, что такое рынки в общем и целом, о том, какие инструменты для анализа и торговли используются. И все, что мне остается сделать, это поделиться с вами идеями, которые вы сами сможете превратить в свои торговые системы. Это я и сделаю сегодня вечером. Ну и через полчаса сегодняшний обзор будет на канале YouTube. Вы сможете к этому вернуться. Что ж, все. С вами был Алексей Кузнецов. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, в чате. Но если вопросов нет, то до завтра.